пол динозавра. И львиная задняя нога. Вот такой вот музей. Вот с такими вот штуками. Это уже джуразик, судя по всему. Эти древние животные мирно паслись на бескрайних просторах Альберты и окрестностей. От них, очевидно, остались одни косточки почему-то. Вот такой вот хищный ящер съел вот такую хищную, нет, не хищную, первобытную корову. Просто загрызь, можно сказать. И питался плотью в какой-то степени. Естественно, они все использовали бревна для отопления в то время. А у некоторых черепах выросли когти. Какая-то неглубокообразная голова у него. Якая страхите. А, воточки. Видишь, какой рог. Красота. Завра. Ищет Юлю. Сейчас. А так вокруг этого музея. Здесь долина, которая называется Horseshoe. Здесь каньон, образованный древней рекой. И тут находятся всяческие окаменелости в ассортименте. Вот одна из них. Это камень. Настоящая окаменелость. И девочки. Чем?